Очень интересно. Мы сегодня собрались, такие близкие люди нашему театру. Это не те зрители, которые приобрели билеты, это представители прессы, друзья театра. И сегодня мы посмотрим режиссерский дебют молодого режиссера Валентина Сунцова, который в этом году выиграл грант в очень сложном конкурсе «Молодая режиссура», проводимый Министерством культуры Российской Федерации. Он достойно представил свою заявку, режиссерскую экспликацию «Словомиром Рожика. Открытом море». Надеюсь, мы сегодня с вами получим приятные впечатления от его режиссерской работы. Приятного вам вечера. Получается, число нечетное, то жребий падает на меня, и вы съедаете меня. Однако, господа, если в сумме получается число четное, то съеден будет один из вас. А я всегда был противником азарта! А что будет, если вы ошибетесь? Ой, я вижу, господа, вы мне не доверяете, и с этим уже ничего не поделаешь. Мы не можем обойтись без предвыборной кампании, которая во всех цивилизованных странах предшествует самой процедуре выборов. Ну, раз вы так настаиваете, коллега... Давайте, произнесите речи, только не затягивайте. Ну что ж, начинаем митинг, кто первый на трибуну? А может быть и вы? Ну, я предпочел бы после ораторских способностей, у меня никогда не было. Но это была ваша идея. Да, это вы навязали массовое гигантство, митинг, вот теперь начинаем. Раз вы считаете, что это так необходимо... Господа... Господа! Мы люди простые, подмазываться к нам нечего! Сладенькие словечки оставьте при себе, нам нужна голая, суровая правда! Друзья, мы собрались здесь... Короче! Мы собрались здесь, чтобы поговорить о нетерпящем отлагательство деле, о распределении продовольствия. Друзья, меня в расчет не берите. У меня жена, дети. На закате, сидя в саду, я качал детей на качелях, а жена в это время занималась вышиванием, пока не стемнеет. Друзья, видите в эту идиллическую картину, а? Волнует она вас? Нет! Нет! Дядя, это не аргумент! Конечно, когда речь идет об общественном благе, сантименты ни к чему! Дядя мог качаться сами! Тогда ты ж здоровее, ну! Да-да, здоровее! А пусть идут в парке на качели, карусели там качаются! Нет! Дядя, это не аргумент! Но, друзья мои! Когда я был еще мальчиком, я строил честолюбивые планы. Это правда. Да, я недостаточно работал над собой и не достиг всего, чего хотел, но чувствую, что еще не поздно. Многое можно еще наверстать. Я обещаю, больше не буду останавливаться на полпути к цели. С юных лет я увлекался кулинарным искусством. Но не еда даже главная. Нет. Я человек скромный.
непритязательный и, откровенно говоря, не интересуюсь тем, чтобы поесть. Ем все, что попадется! И заметьте, пожалуйста, самых, так сказать, ограниченных количествах. Да что я говорю? Я вообще ничего не ем. Еще 2-3 года назад пожую от случая к случаю, а теперь с этим покончено раз и навсегда. Теперь радостью моей жизни стало приготовление пищи. Для повара нет ничего приятнее, чем натрудившись волю наблюдать за людьми, которые за обе щеки уплетают приготовленное мясо. Только такой награды мне и надо. Добавлю еще, что я специалист по мясным блюдам. Мои соусы не знают себе равных. Мои соусы. Раз, раз. Привет вам, голодающие! Солдатский. Во-первых, я не хочу влиять на ваш выбор. Решите сами. Я всего лишь ваш верный слуга, и ваша воля для меня закон. Съем все, что дадут! Я не съедобный, я всегда буду близкий, костлявый, худосочный, одна нога у меня, короче, другой, два ребра у меня железная, печень вырезана. Насчет трехины я тоже не уверен, врать не стану. В-третьих, я не люблю демагогии и хочу ясности. Если меня не выберете, то мой будущий партнер получит бедро и окорок. Я же удовольствуюсь оставшимся, включая, разумеется, и язычок. Всем, у кого есть на него притязание, мы заявляем, от язычка мы не откажемся! Все. Я не люблю богов, не люблю философов, мучеников. Вперед! Вперед! Беги на спорт! Вперед! Видите ли, дело в том, что я не ем окорока. Дурно влияет на желудок. Поэтому, если для вас это не составит разницы, я... Ваша речь меня потрясла. Ой. Что-то случилось? Боюсь, нам придется признать эти выборы недействительными. Да как так, я голодаю? Хотите опорочить свободные демократические выборы? Но в цилиндре...
4 бюллетеня. 4? Я говорил, парламентаризм решит себя. И что теперь будет?